Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня готовлю салат из картошки и осьминога. Осьминог я купила уже готовый, отваренный, поэтому мне легче сегодня. Делаю все быстро. Режу картошку сырую на довольно крупные кубики. И подготавливаю лук. Лук репчатый и лук зеленый. Также мне понадобятся помидорчики. У меня маленькие, я их режу на две части. Так мне будет удобно. Картошка уже сварилась. И я ее выкладываю на блюдо, чтобы она остыла. Лимон. Мне нужно заправку сделать для салата. Я выдавливаю сок из целого лимона. Добавляю в него оливковое масло. Соль я не добавляю, потому что там, где есть лимонный сок, в принципе, соли надо совсем немножко. А я солила картошку, когда варила. Вот, выложила мою заправку в салат, добавила петрушку и украшаю помидорчиками. Еще раз добавляю оливковое масло. Советую вам лук репчатый обдать кипятком. Он не будет такой острый. Ну вот, собственно говоря, и все. Добавляю оливки. И мой салат готов. Лимончик. И приятного аппетита. Пока-пока. Ваша Наталья.